кланы жрут коробками план. Вутан клан хлам, но его в спам. Прошлогодний снег, заебал он всех. Но речь не о том, да расскажу потом. Стою за гаражами в Аляске, прижали к стене. Но греет на кармане полоска острой стали. Короче, приближаться стали ко мне. Ну я, слышь ты, розовый бройлер на анаболиках. Такие, как мы, наркоманы, бля, и алкоголики. Дают оборотку таким, как ты, хуем тебе по подбородку. Красавица скалится, мудачок бросается, типа убрать пытается. Но удар убойный, как бешек бокс, два косых забитый. И переносится, мозг переносится. Хрипит он и чапкает. Не нюхнуть колумбийский кокс, бодяженный сахарной пудрой. И еще заебатая приблуда. Второму, который поменьше, исправлен прикус. Избавлен малыш от золотых фикс. Покушает мягкого муда. И вот по глине козлик катается. Тот, что среди них был за Тайсона. Как пиздатый микс свелась история. Стало попросторнее. Кость в кость так повелось. Ну и последний Васюня руку к арматуре. А я, ну ты пиздец натуре, дурень, тыквы четче думай. Вынул ножик и стыкал пиздюга, надунул дури. Упали кони, подпустили вони. Кто хрипит, кто стонет. Не их был день. Раз в жизни случается такая хуетень. Понятно, характер по вкусу не сахар нахуй. Нервы не в пизду. Но кто обещал быть буддийским монахом? И кому? Так что семьи, кланы, бригады, хаты, зондеркоманды, пацаны, гориллы, стопорилы, пепсы, суганды, бобры, будьте добры, не ерепеньте свой мех. Я знал вас всех. Я знал вас всех. Я знал вас всех, Кровосток.